Всем добра, с вами добрый Данил. Ну, давайте посмотрим, во что превратилась магистральная улица. И магистральная она называется не просто так. Дело в том, что по этой улице проезжает большое количество машин, которые стремятся попасть либо на Фрунзе, либо попасть в Брагино, а некоторые даже едут за Волгу. По большому счету, это артерия, которая соединяет почти все районы между собой. Эту артерию не так давно ремонтировали, и если уж на то пошло, с остановки улицы Березовая к асфальтовому покрытию очень мало нареканий. Но давайте посмотрим, что будет при переходе в Ярославский муниципальный район.
Как вы видите, участок Ярославского муниципального района не особо хороший. В принципе, в городе достаточно терпимо. И я бы вообще не взял за основу эту улицу, если бы ее в прошлом году не капитально ремонтировали. Кстати, прикольно, да? Лежачий полицейский на лежачем полицейском. Как будто бы здесь побывал сам Экзибит. Берегите себя, свои машины. Всем добра!